Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. То відбудуться вибори в березні, та? І ви будете їхнім активним учасником, я так розумію. Та? І будете вести свою паралельну підрахунок. Ми зараз ждемо на цій неділі окончательної регістрації в App Store. І будемо альтернативний вибор. Вибори розв'яжуть йому руки. До чого він може вдатися? Ви знаєте, я от довго розмишляю, для чого йому нужны такі вибори? Надеждін – це взагалі свій чоловік. Я взагалі не розумію, як, зачем його не регистрировать. Це абсолютно своя фігура. Он би його поздравив, по концу получив свій 1%, удовлетворився. Людей би на Кремль би не повел. Почему они его не зарегистрировали? По-видимому, там какая-то рефлексия такая, что им вообще не надо никакого боковых перпендикулярных тем. Так а для чего вони його допустили? Вот и в этом-то и смысл. Кириенко, стоящий за и Ковальчуки за Надеждином, они его выпустили, потому что на первом этапе его уже пропустили после проведения собраний, допустили до сбора подписей. А после уже вступили другие силы, и Путин склонился именно к этому. Я уверен, что с одной стороны пришли Вайна и Кириенко, с другой Патрушев и представитель Совбеза, и сказали, а зачем нам это надо? Мы что изображаем-то? Вот. И он сказал, да, действительно, нам больше не перекрывать, я военный преступник, вы военные преступники. Что, мы изображаем демократию, что ли, или что альтернативное мнение пацифистское, антипутинское есть, ну вот объединенным электоратом. Нам это не надо. А почему это не надо? Ну, во-первых, война и все точки над «и» расставлены, понятно, что это за режим, но есть еще один элемент, который важно определяет будущую конфигурацию и задачи Путина. Как я уже говорил, я считаю, что Путин действительно начал дрейф между 70 и 80 годами транзита власти. Но к кому? Он не ищет преемника. Он хочет ее сделать, эту власть, династической. Он хочет, чтобы так же, как сын Патрушева работает уже давно, ну, относительно давно, министром сельского хозяйства, точно так же и его дети должны начать работать. И им надо лет 10 для того, чтобы их приняли, абсорбировали, чтобы к ним привыкли, понимаете, чтобы их воспринимали как часть власти. Органическую, не как мажоров, золотую молодежь, которым вот они с развлечений своих там из Мальдив и Дубая. Ну, таких зараз же немає, правильно? Ну, у него две дочери, понимаете? Вот ее интервью показывали, дочь Воронцову, которая изображает из себя медика, и очень логично было бы его назвать министром здравоохранения. А зачем ее тогда показывать? Она миллиардерша, у нее второй муж. Зачем ей это все? Вот так вот, Наталья, вот зачем это ей? Если она богатый человек, у нее там один дом, другой дом, вертолет, самолет. Не знаю, я знаю, что она больше зациклена на пластичных операциях зараз, ніж на... О, хорошо. На это, а зачем ее по телевизору показывать на пластичных операциях? Черт, я знаю. Ну, а я даю... Не знаю. Они у диктатора є донька, він цих двох не приховує. От в нього дві офіційні доньки. Тем не менее, я считаю, что он тащит родственников точно так же туда.